Сегодня мы с вами приготовим куриные наггетсы. Для этого нам понадобится курица, панировочные сухари или, может быть, хлопья и специи. Ну вот прошло у нас положенное время, и приготовились наши наггетсы. Вот такие вот красивые получились наггетсы. Очень вкусные. Нижняя часть получилась немножко поджаренной, потому что мы смазали маслом. Но если мы будем делать это второй раз, я бы порекомендовала масло вообще не смазывать, чтобы полностью, так как противень с антипригарным покрытием, или можно сделать на это на пергаментной бумаге, чтобы они были хрустящие, как и верхняя часть. А так они очень получились вкусные, красивые, золотистые. И вот мы сейчас сделаем надлом. Смотрите, настоящее белое мясо. Мне кажется, вашим деткам будет очень аппетитно и очень понравятся они настоящие. Лучше, чем в магазине. Ну еще и вкусные.